Привет, друзья! Сегодня пока что нечего мне выложить в плане красот Корсики, потому что жарко, и мы ждем, пока немножечко прохладнее. Вот, сегодня я собираюсь немножечко доделать свое платье, которое я ношу активно летом. Оно такое... универсальное летом, прям вот то, что надо. Не жарко, оно немножко оверсайз. И единственный его минус, то, что но она коротковата. И когда ветер какой-нибудь или поток воздуха, оно поднимается, я становлюсь Мерлин Монро. Примерно год назад я купила на своей любимой барахолке вот такое вот кружево. Это винтажное кружево. Соль просыпалась, с кем-то буду сегодня ругаться. Так, винтажное кружево, которому не знаю сколько лет. А здесь как раз должно хватить. Как раз должно хватить. Я это все с собой взяла из дома. Так, нитки. Нитки тоже с иголочкой взяла. И по подолу я собираюсь пришить вот это кружево. Во-первых, оно немножечко увеличит длину, вот прям вот по максимуму. И, может быть, придаст небольшой вес. То есть это здесь получится сантиметров 5 увеличения длины. И, во-первых, это будет красиво, я думаю. Во-вторых, я все-таки применю это кружево, оно не будет валяться. Оно валялось у предыдущего хозяина, у меня оно год провалялось. Так как платье я это ношу, оно, этот элемент, он сделает платье еще более нарядным и удлинит немножечко, удлинит его, и я буду себя чувствовать поувереннее и не так дергаться, когда ветер сдувает подол. Вот, сейчас немножечко наметаю, покажу, что получается, и покажу результат. Все, всем прекрасного дня. Итак, я начала свое рукоделие. Прежде чем вообще приступать к какому-то проекту, нужно убедиться, что достаточно материала, что всего хватит, и не придется потом бегать что-то докупать. Поэтому я раскладываю на столе платье, оно такое широкенькое, и примеряю приблизительно, хватает ли мне. Да, хватает, тут очень большой, хороший отрез этого. Это не кружево, это шитье, причем оно винтажное. Оно новое абсолютно, вот в рулончике. Там даже чек лежал во франках. То есть франки отменили больше 20 лет назад. Вот. Но... так, но... я покупала это уже за евро. Еще год у меня оно пролежало в моей кладовой. Так, ладно, хватит болтать. Нахожу ближайший шов. Он вот здесь вот сзади, так как нужно будет совмещать вот здесь вот этот шовчик. Так, пусть он будет в задней части. Все, и начинаю пришивать. Я это делаю вручную, потому что, во-первых, у меня походные условия. Я вообще сейчас в отпуске, на каникулах. Ну и машинки у меня так до сих пор и нету. Ладно, поехали. После того, как пришью, покажу. Привет, привет, уже ночь. Я доделала свою работу, даже умудрилась простернуть уже в платье в машинке. Ничего не отвалилось. Вот так вот выглядят рюшечки. Я удлинила. Ну, 10 сантиметров добрых 4, наверное. Осталось еще немножечко кружева, и я его пришила на рукава. Платье сейчас мокрое, оно как раз за ночь высохнет, и завтра я в нем поеду. Мы поедем на кораблике кататься. Вот, в город со смешным названием Бонифацио. Или Бонифачо. В общем, что-то с Бонифацием связано. Так, чем оно прекрасно, это платье? Оно не мнется, можно в первый в мир, и его не надо гладить. А теперь еще и чуть-чуть оно стало подлиннее. Вот так вот это выглядит. Вот, и все прекрасно. Я довольна, что я применила таки, наконец, это кружево. Оно у меня больше не будет валяться. И можно носить и радоваться. Немножко оно, конечно, кукольное получилось, но ничего страшного. Мне нравится.
вышла подальше от своих извергов, показать, что получилось у меня таки с платьем. У меня оставалось от низа еще чуть-чуть кружева, ну, не кружева, а вот этого материала. Я пришила его и на рукава. Не знаю, как это получится показать на себе. Вот, но мне нравится результат. Подол. Ох, нет, все равно от ветра. Нет, ну уже не так. То я прям была конкретно Мерлин Монро, все задиралось. А теперь немножечко оно придает тяжести и уже не задирается. В принципе, это, к этому я и стремилась. Вот, мне очень нравится результат. Получилось мило. Довольно-таки аккуратно. Я уже его простернула в машинке, ничего не отвалилось, поэтому я довольна. Получилось неплохо. Всем замечательного дня и, наверное, покажу Алеандре. Не нужно, чтобы всякие материалы валялись долго в шкафах, по закромам. Нужно их применять в проектах различных. От этого будет только польза. Вот, немножко Алеандров. Привет, дорогие друзья! Мы приехали на пляж Санта-Джулия. Я не очень люблю такие пляжи, потому что здесь вот водоросли. Ну ладно, мы сейчас найдем местечко. А, ну и, конечно, тут очень много народу. Найдем местечко, где поменьше людей. Во-первых, уже... сколько сейчас времени? Ну, в общем, уже вечер, около 6. И... навстречу ехали уже машины тех, кто уже накупался, назагорался, отдохнул. И, в общем, люди уже расходятся, разъезжаются. И... Дим, может тут? Да. А, ну можно и не в тень. А ты вот этого вот от борща куда подальше? А то в борще как-то... Да, вот здесь вот нормально. Все, расстилась. Денис, а вы рюкзак взяли? Денис, расстилай. Боже, вот такой борщ был на Кипре, я помню, мы заходили, в нем плескались. Страшное дело. Ну ничего, там вот подальше без борща, нормально. Это пляж Санта-Джулия на юге. Там уже дальше город Бонифачо. Ехали мы от нашего Лечи примерно минут 20 в машине. То есть тут все пляжики плюс-минус понатыканы, каждые 5 минут новый пляж. Так, все, мы расстелились, идем сейчас борщ плескаться. Ну такой же точно пляж в нашей шаговой почти доступности, в 5 минутах езды на машине. Завтра покажу, такой или не такой. В общем, здесь пока из минусов борщ и много народу, а из плюсов то, что все-таки там есть водичка. Бирюзовенькая. Ну давай, иди, ныряй, проверь, что там рыба водится или нет. Ну вот после 5 минут на пляже Санта-Джулия я бы, пожалуй, не рекомендовала этот пляж, потому что слишком много народу. Если кто-то любит быть в такой тесной компании, то пожалуйста, но вот для меня, как интроверта, это, ну, так скажем, стресс. Над душой кто-нибудь обязательно встанет, начинает что-то говорить. Вот, как-то что-то я не очень такое люблю. Немножко я, наверное, заелась, но просто такие вот мои личные ощущения. Если кому-то нравится компания, пожалуйста. Вот, плюс еще вот этот борщ из водорослей. Тут на пляже пускают с собаками. Ух! Все, кто хочет, все приходят. Никто ни на кого не гавкает. Ни собаки, ни люди. Кого только не встретишь на пляже. Картина маслом, купание коня. В борще. Ох, сколько их тут. Здорово. Лошадки.
Ой, какая беленькая, красивая. Я знаю, что белых лошадей не существует, это серые. Но все равно от этого. Белая, она и есть белая. Ай, какие лошадки. Не очень-то они хотят купаться. Так, мелкая здесь, конечно, хорошо. То есть максимум по коленку лошади. Самые смелые уже уплыли. 5-6 уплыли и еще трое. То есть всего 9. А молодежь стоит, думает, идти им туда или не идти. Да, интересно, наверное, на лошади по морю. Ладно, оставим их в покое. Так, дети мои там едят попкорн, как в кинотеатре. Так, ну а я... Мое купание сегодня, пожалуй, состоит в брождении. Потому что я не очень люблю водоросли и опасаюсь, что из них кто-нибудь может выскочить. Хотя кто тут может выскочить? Тут водятся мелкие рыбки, совсем мелкие. Крабики, может быть. И на этом все. Тут мелко слишком для крупняка, для какого-нибудь кусачего крупняка. Лошадки там все так и плещутся, все глубже заходят. Некоторые даже вплавь пустились вместе с седоками. Решила прогуляться по пляжу Санта-Джулия. Какая же замечательная идея сделать таким вот плетеным верх зонтика для над шезлонгами. Какая чудесная идея. Очень красиво. И абажуры здесь чудесные, как клеточки. Обезьянки висят. Очень-очень красивая мебель. Ой. Стильно и очень уютно. Ну, тут, конечно, само дерево шикарное. Очень уютно. Качельки такие качающиеся. И во всей кафешки такие абажуры, плетеные и из макраме. Дизайнер молодец, браво, очень красиво сделано. Уже, конечно, все закрыто, но хотя, может быть, тут еще не начинался праздник, потому что еще рановато для вечернего приема гостей и пищи. Так, вот там вот на горизонте что-то веселое, развлекательное для детей. Это что-то вроде водного аттракциона. Там разные водные мотоциклы запаркованы, ватрушки, катамараны, много всего чудесного. Ну, а мы, наверное, на сегодня нагулялись, накупались.
Вот за такой набор продуктов мы заплатили 80 евро. Две шоколадки, печенье, два багета, упаковка хлеба, 6 штучек питы, или питы, не знаю, как правильно, салат айсберг, варенье из красных ягод, соус болоньез, около килограмма персиков. Так, ребенок схватил вот такие вот бисквитики. Около меньше килограмма помидоров. Так, мясо. Вот мясо дорогое. Сейчас будем грилить. Это местное вот это вот, ну, порк, свинина. Это на завтра колбаски для хот-догов. Это что-то вроде балыка, то есть тоже свинина. Так, два сока, апельсиновый и яблочный, и арбуз. И еще были эти, как они, господи, абрикосы, но мы их съели на пляже. Вот, собственно, и все. Не густо, за все заплатили 80 евро. Да, цены на Корсике, конечно, выше парижских. Я бы в Париже за это заплатила 50, не больше. Всем доброе утро. Пока мальчишки спят, решила напечь блинчиков. Очень здесь огромная сковородка. Я таких даже и не видела. Но приходится приспосабливаться, что есть уже. Половника тоже нету, поэтому... Голь на выдумку хитра. Берем две ложечки теста и начинаем фолдовать. Боже, какая сковородка. Так, кладу я телефон, потому что сейчас не получится. Сковородка, конечно, огромная. Но ничего, зато блинчик получится. Крупненький такой, ух, на всю тарелку. Ну, какая-нибудь мелочь. Ой. Самая любимая еда у детей все равно блинчики. Даже не знаю, что еще так они любят. Никогда ни разу не отказались. Здесь очень хорошо у нас оборудован наш домик. Есть посуда. Замечательно все продумано. И кастрюли, и сковородки, и ложки, и вилки. Вот микроволновка. Кофемашина, даже две. Одна такая вот для американо, а одна эспрессо. Тарелочки. Ну, холодильник обычный. Судомойка, стиральная машина. Все есть. Очень удобно. Так, а я, наверное, еще не похвалилась. А куда же я пошла, когда у меня блин? Блин, еще жарится? Ну нет, надо уже переворачивать. Оп. Ой, немножко переждала. Заболталась. Ну ничего, нормальный. Здесь очень... Это индукционная плита, у меня обычная. Я не привыкла. Она колбасит очень сильно. Не ожидаешь, что... Так, поменьше, сделаю на семерочку. Не ожидаешь, что с такой скоростью все готовится.